История с артистами театра эстрады, которые неожиданно оказались должниками банка, получила продолжение. Полицейские вышли на сотрудницу одного из офисов, которая могла взять кредит на имя пострадавших. Провернуть такие операции ей было несложно. Финансистка занималась оформлением кредитных карт и владела информацией об их счетах. Она занималась именно подборкой театра эстрады, наш зарплатный проект. То есть она, как мне в милиции сказали, она должна была заниматься, то есть предложением кредитов каких-то банковских каких-то предложений, то есть она должна была нам звонить, что-то предлагать, что-то узнавать, то есть это все было у нее, в общем-то, в руках. Напомню, в непонятную кредитную историю попали двое артистов театра эстрады. К своему удивлению, они оказались в неоплатном долгу перед своим банком. При этом никаких займов люди не брали. Без ведома пострадавших на них оформили кредиты в 500 000 рублей и в 603 тысячи. Им удалось выяснить, что деньги с их карт были списаны в счет погашения других долгов. Причем оформлялись договоры в одном и том же отделении. Так удалось выйти на подозрительную сотрудницу, которая могла воспользоваться персональными данными и подделать документы. Как только пострадавшие начали звонить в офис, оформитель уволилась и сейчас скрывается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.